Ну да, понятно, что мы огорчены тем, что не вышли в финал, потому что мы ехали сюда играть в самом главном матче, но все же мы уступили Португалии, и сегодня нам предстоял матч за бронзу. Очень сложный матч. Команда Казахстана играла очень ярко на этом турнире. Но считаю, что мы все-таки дотерпели, бились друг за друга, и нам удалось победить. Был, повторюсь, очень тяжелый матч. Главный герой игры. Главный герой, герои все, вся команда. Не буду выделять кого-то по отдельности. Поэтому победила команда, и поздравляю всех болельщиков. Все-таки бронза – это тоже очень достойная награда. И всем спасибо. Хочу отметить наших болельщиков, которые приехали сюда и нас поддерживали очень яростно. Спасибо им большое. И тем, кто, конечно, смотрел у экранов и болел, и переживал за нас. Это очень приятно. Все пишут в интернете, там поздравляют, поддерживают, да, после даже поражения от Португалии. То есть людям не безразлично, и это очень приятно. И мы играем для них, поэтому это победа для наших болельщиков. Да, конечно, Георгий Замтарадзе провел великолепный матч. Он спасал нас в самых сложных ситуациях. Поэтому ему огромная благодарность, что все-таки сыграл на ноль, и мы ему в этом помогли. Молодец. Когда сборная России выиграет чемпионат Европы? Будем готовиться. Следующий у нас турнир — чемпионат мира, следующий чемпионат Европы через 4 года. И есть время подготовиться. Поэтому все впереди. Следующий крупный турнир у нас мир 2020 года в Токио. Ты уже с большим опытом. Я тебе желаю выиграть чемпионат мира. Спасибо большое. Все мы к этому стремимся. Каждый футболист, каждый спортсмен к этому стремится. Поэтому будем очень сильно работать для этого, чтобы победить на этом турнире.